Конечно. Это самый простой, легкий такой, с плохим качеством. Ну, кадр. Thank you.
Господа, дорогие гости, дорогие друзья, коллеги, любимые наши женщины и парные, крепкие мужчины, ты и наша надежа. Я прошу налить, возлить, там будет коньяк не открытый, пожалуйста. Кому, значит, коньячок, вино открыто, водочка, кто уже не кто-то, все друг другу помогают. Мы настолько настолько волнительно и неожиданно вот такое серьезное большое у нас празднество получилось. Есть предложение такое, как выпить сейчас по рюмочке водки, переплатить всю попу, и тут же начнется представление, совершенно неожиданное тоже для всех и для нас. И потом мы будем продолжать уже танцевать, и начинаться рассказывать. Автомобилизация привела к тому, что даже не с кем выпить, понимаете? Правда. Отказываются все на машинах. Мы здесь. Мы здесь. Да, да. Ну, я думаю, что где-то родные души, где-то близкие должны. Я хочу вас всех поблагодарить за сегодняшний приход, за поздравления, огромное количество цветов, подарков. А самое главное, вот такой приятный праздник, праздничный суеты, волнение, буквально вот за такую короткую времени, там где-то полтора часа, вот такая красота вся была накрыта. Мы с Эмой Семеновной, с нашей любимой девочкой, мы вас благодарим и счастливы, что вы все вместе. Евгений, ура! Потрясающий и восхитительный, потому что ни одну такую женщину я не знаю.
такой цвет глаза прямо, которая просто настолько своей силой душевной потрясает, что все остальные наши проблемы, какие-то, ну не знаю, что-то то, что раздражает и мешает, уходит сразу в сторону. Я просто очень ее люблю. Я думаю, что вы присоединитесь ко мне. И я, как начинающий фотограф, порылась в своих очень немногочисленных фотографиях. Ну, насколько я знаю, что как художник, он как доктор. Он видит все насквозь и самую суть выносит, значит, на картину. Я выбрала всего несколько из огромного ворога фотографий, чтобы вы увидели этих людей моими глазами, потому что какая разница в возрасте? Это вообще, это слово вообще не подходит к нашему с вами событию, которое сейчас мы отмечаем. Я хочу, чтобы вы увидели их такими, какими вижу их я. И сколько бы ни прошло лет, они у меня всегда вот такие. И я их по-другому не воспринимаю. Если можно, Олег, пожалуйста. Я думаю, что можно чуть-чуть. Свет. Да? Вот лучше свет, да. Чуть позже. Сейчас, подождите. Я хочу, чтобы вы увидели их такими, какими их вижу я. Мы безумно вас любим, мы не представляем наш ковчег, конечно, без вас.
Поэтому от всего нашего педагогического коллектива, в связи с тем, что еще даже далеко-далеко у нас будет зарплата, а вам нужны подарки, и подарки хорошие, подарки от всего коллектива. Подарки в студии. Театр, я смотрю, там. Видишь?
защитная полоса. Нужно стереть. Так, написано. Сотрите защитный слой и громко произнесите напечатанное там слово. Ну давай, стирай скорее защитный слой. Давай. Так. Так. Ну? Вот оно. Так. Амбарабачи чикуку. Ой, странно ли это? Ну, странно. Давай вместе. Давай. Амбарабачи чикуку. Амбарабачи чикуку, амбарабачи чикуку, амбарабачи чикуку, амбарабачи чикуку, амбарабачи чикуку, амбарабачи чикуку, амбарабачи чикуку. Хочется узнать. Мне бояться бугаю, я еще вам попою. М. Семенна и пью. Девочка, не бойся. Маленький ежик, четвероножик. Ну кто посмел пересчитать? Хочется узнать. Фу. Я сейчас вас. Лапу свою нору, М. Семену и Ю-Ю, развлекать свою семью. Фу-ты-фу. За рамки даже каждому маленькому такому существу, наверное,
ну, мы отвечаем уже вторую, такую вот дату. Я передаю сейчас слово, так сказать, по протоколу Александру Михайловне, нашему директору, без которой нам было бы все это очень трудно. Большая такая аудитория, наверное, не была бы собрана в стенах этого солнечного, просторного, приятного дома, который у нас появился. И сейчас попрошу поклонить. Я вас поздравляю с нашим днем рождения. Очень хочется такой каравай большой праздничный. Я думаю, это тоже первый. Я поздравляю детей, тех, кто начнет у нас учиться с новой четвертью. У нас появятся уже взрослые дети в нашей школе. Наша школа будет вообще немножко легко. Я надеюсь, что наш корчин будет очень долго, счастливы. Все наши ребята будут счастливы. Без мушкука выдавать какие-то удивительные древние такие совы предков каких-то вот наших. Как у него это получается? Вот сейчас он нас изобразит. Ваня, иди сюда в центр. Ваня. Да, все, воля, Аллаха, иншаллах. А потом продам. Я же покажу, а это я покажу.
Сколько дадите? Ну, фабрику все сразу так подарит. Ай, нет. Ладно, коза все равно сдохнет. Давай споем. Станцуешь. Давай. Коза пускай тоже танцует напоследок. Я знаю, брат, там трасса автобусом победил. Да. Давай такую песню споем. Нашу старую пустыню. Любимую. Да. Любимую. Давай. Отсюда! О, нет, господи, Юрий, они уже так далеко! А я устала!
У меня есть товар специально для вас. Рабыня столь прекрасная, что от одного взгляда на нее... Давай, иди, скорее. Если ты говоришь правду, она такая, как ты говоришь. Да, сейчас. Это будет очень. Сама прекрасна. Обратите внимание на очи, они свергают, как алмазы. Как алмазы. Как алмазы. А какой гибкий стан. А, ланиты. О, это просто лозы двухкарные. Ланиты. Видите как? Это же просто практически самостоятельно. Как говорится, от солнца взяла она блеск и от луны. Кто-то там еще, как говорит один персидский поэт, я забыл его слова, но тем не менее. Просто надо. Но это еще не все. Если бы вы только видели, какое у нее портфолио. Портфолио. Это, извините, документ. А дословное? Имеет стабильные результаты и показатели. Динамики их достижения средней, выше средних в субъекте Российской Федерации. Вносит вклад на основе совершенствования методов и активно распространяет собственный опыт. И это еще не все. О, присвоена высшая категория. Ладно. Согласен. Сколько ты хочешь за нее? Ну, как чтобы не обидеть при этом всех достоинствах, ну никак не меньше 3 пудов чистого золота, но для вас округляю 50 килограмм. Я бы ей дал 45. Я... Ну когда такие достоинства? Ну ладно, по рукам. Ну что ж. Слушай. А это что за бородачи? О, это, понимаете ли, это Юрич. Они идут в комплекс, понимаете? Комплекс, я не нужен, Ну, вы не потеряете, понимаете, без... Это же настоящий волшебник. Стоит ему просто-напросто взять в руки музыкальный инструмент, и он оживает в его руках. Если он заиграет на дудочке, то кажется, что пойдет 1000 смартфонов. А стоит ему ударить в барабан, и ноги сами идут в пляс. О, а скрипка, о, она поет так нежно, так сладострастно, что навевает такие восхитительные сны, что от души не хочется просыпаться. Ну, Павел Гоголь плачет. Ладно, хватит. Беру обои. А борода чем? По рукам? Казначей, насыпь этому человеку денег! Казак, это любовь. Она будет моей любимой женой, буду звать ее Кюльчатай. Музыкант, дай музыку, пожалуйста, да? А мои женщины пусть танцуют. Thank you.
додумался. Может быть, он решил нас зарезать? А? Хуже. Хуже. Повесить? Повесить? Еще хуже. Изрубить на куски, зажарить и скормить диких зверей. Еще хуже. Он задумал вас оптимизировать. Это как? Как же это оптимизировать, а? Юлик, нам надо бежать. Бежим скорее. Ну, а стены высоки, и стража бдит. Что же нам делать, а? А, послушай, а наша путевка еще с тобой? Да, вот она. Да. Ну, давай же скорее. Вот она. Вот, смотри. Там есть защитный слой? Да, и повозка с заклинанием опять цела. Стирай скорее, стирай. Видно, Эмочка, наши добрые духи еще с нами. Ага. Вставай скорее. Так. Значит, ну? Так. Сейчас сотрем. Вот. Так, готово. Так. Готов. Что там? Какое-то странное немного, Эмочка, заклинание. Карл укладом убрал кораллы. Так. Йо-хо-хо. И бутылку джина. И правда странная. Ну ладно, давай скажем. Карл уклары. Ну да, вместе, вместе. Карл уклары украл кораллы. Йо-хо-хо. И бутылку джина. О, это наше спасение. Это что же, нам напиться и забыться? А? О, подожди, подожди, я должен подумать. А так, султан, ну, гарем, думай скорее. Симба, Аладдин, ты понимаешь связь? Так. Посмотри-ка, посмотрим давай, что это за бифидер. Давай, посмотрим. А, тяни. Слушаю и повинуюсь. Мой ученик.
ученик. Ушел за оленями за перевал. 3 дня его нет. Не знаю, куда. Я знаешь, кто вошел? Кто? Кто? Я шаман. Нелегко быть шаманом, когда у тебя такой ученик. Я не могу вызвать своих ангонов-помощников без его помощи. Не знаю, что делать. Мой большой бубен бесполезен без моего ученика. Эй. Может быть, вы мне поможете? А я помогу вам. Вернее, мои духи помогут вам. Конечно, поможем. А что надо делать? Говори. А что вы умеете? Мы все можем. Все? Я умею играть на рояле. А что такое? Это как бубен, да? Нет? Нет, может, мужчина, ты оленей пас? Пас оленей вижу по глазам пас. Да, 30 человек. 30 человек это весь мой народ. Нет, ты оленяшку можешь собрать? Они не оленеводы, я смотрю. Ладно, я думаю, может, ты морской охотник, Таня. Да вот женщина, как морской охотник, точно ли такие женщины. Юрик, ты охотился в море? Надо сделать квашеное мясо из нервы. Умеете? Квашеное, чтобы фиолетовое стало? Нет, а джапсандаль могу, чахаджили могу сделать. Никогда не ел. На баржа-то похож? Не очень. Нет, значит, не вкусно. Вот самое главное. Желудок моржа на бубен может и натянуть. Люди, пришедшие из страны высокого солнца и высоких денег. А что вы вообще умеете? Я умею играть на рояле. Это как бубен, я помню. Да. На скрипке могу. Скрипка не знаю, что это. Тоже как бубен. Похоже, да. Я знаю, вы пришли оттуда, где деревья вырастают выше роста человека. Там живут сильные люди, я так слышал от деда. Возьмите бубен моего ученика, малый бубен. Возьми его, женщина. Он расписан кровью оленя. А ты, женщина, возьми торг, колотушку. Возьми, только не урони, иначе беда случится. Вы замените мне ученика. Сейчас я призову духа, и они помогут нашему народу. А вам-то что нужно? Что вам нужно? Юлик, я знаю, что нам нужно. Я давно мечтала попасть в Мулен-Руж. Зачем Мулен-Руж? Это мы можем и так. Тише. Это от Анады далеко? Далеко. Не знаю, где. Духи не приведут меня туда. Ладно, тогда, если не Мулен-Руж, то хотя бы лондонский Альберт-Холл. Я русский учил в школе-интернате, они как не по-русски говорят, слова не русские. А куда еще-то надо? Поближе можешь? Поближе? Нет, молчите, люди из страны высоких деревьев. Духи идут ко мне, слушают уже. Я знаю, куда я вас отнесу. Куда? Знаю. Бейте в бубен и увидите. Всегда ждут.
Я отнесу вас в лучшее место на земле. Все то золото.
Молчание. Одно лицо. Да, и ликование. Это такие таланты, господи, вообще невозможно себе представить, друзья. Я в жизни не могла себе представить. Марин, ты где? И многому
я не мог научиться. Что хотелось бы быть как вы. Как воспитывать детей, как их вести, как быть с ними без насилия, на них не орать, что дети расслабленные, довольны, каждый находит свое место. Как вы это умеете? Юлия Юрьевич, Эмма Семеновна, так часто вас вспоминаю. И хотелось бы, чтобы и моих детей учили. Но здесь ничего подобного, как ковчег в кармане, я не нашел. Десять лет я вместе с вами работал, а вы там остались. Сколько нужен силы, мужества, доброты, чтобы эта работа делать. У меня не хватало. Я убежал. Я лучше сажал деревья. Это легче, чем детей воспитывать. Они не убегают. И сейчас я могу уже плодами наслаждаться. Осень пришел. Они сладкие. Яблоки, персики, груши. А вам я тоже желаю, чтобы сейчас можете наслаждаться плодами вашей работы. Наконец. И расслабиться немножко. Спасибо за все. Спасибо. Спасибо.
Комсомольские свадьбы. Да? Почему? Потому что последний опыт безалкогольных комсомольских свадеб, вы знаете, был потому, что наш эксперимент. Вот. А буквально на днях произошло очень радостное событие для всех, для нас. Наша любимая Наташа Алябьева, Наташа вышла замуж, и была свадьба, и было радостное событие, и у нас организовалась новая чудесная семья. Я хочу, да, почти комсомольская, да. Да. Горько может не кричать, может не кричать, Наташа здоровья целует. И целует. Да. Наташа, за ваше здоровье я вас прошу. Вот здесь такой вот подарок новой, молодой, чудесной огромной семье, да, которая... Счастье. Ну, больно кричать не будем, залететь! Ну, я бы с тобой не с удовольствием. Юрий, я с тобой столько лет! Ваше здоровье, ваше счастье, за вашу любовь, чтобы всегда мир и спокойствие в доме царило. И чтобы разъезжались то на Можайском море, то на Черном море, то на Красном, то на и так далее, чтобы все моря были ваши. Наташа, ты сейчас такая счастливая, ты так идет, будь счастливая, оставайся с такой дорогой. Денис, на вас. Ура! Понятно. От бабушки поздравления. Одно спасибо большое.
Мне казалось, что всегда ковчег отличался тем, что в нем мало говорили, говорили тихо, иногда даже невнятно, но какая-то сильная такая волна шла. И от Александра Михайловны, и от многих, и от Максима Борисовича тоже, и от Татьяны, и от Марины Ашотовны, вот нашего. Сильвина Сергеевна могла пошутить, но и не имела отношения, да? Никакого. И вообще, здесь как-то не клялись друг другу верности, не клялись друг другу, как трогали, как постоянные привязанности, дружбы и все такое. А вот тихо каждый нес свой, что называется, крест и вносил в общую обстановку или гармонию, что ли, которую здесь царит, свой вклад, и поэтому всегда в ковчеге на самом деле. А перед тем, как ковчег начинался, он начинался как теплый дом. Его хотели назвать теплый дом. Но потом появились теплые полы, и вот это вот вся такая теплая, и уже назвали его ковчегом. Ковчегом назвал Евгений Борисович. Евгений Борисович, наш преподаватель Рожковский, вот его снимание сейчас рассказывает. Он придумал название, и вот ковчег 92-го года. Сейчас появился ковчег 21, где-то в районе Литового Юрия. Да, я еще хотел очень добавить, что ковчег при всей своей какой-то такой не авантажности и без громких слов, он все время завоевывал даже правительство и даже властей московских, он все время несколько раз ковчег входил в десятку лучших школ, потом он как-то вошел в сотню школ, он был в лучшей школе в какой-то момент, и недавно меня обрадовал очень Роман Алексеевич, сказал, что ковчег опять грамм. Небольшой, но уважительный ковчег. Но ковчег, в общем, он начинался с полутора этажей всего, было полтора этажа, как у взрослого полтора этажа, да? Так у ковчега было полтора этажа, а сейчас какое-то безумное количество недвижимости, даже не знаешь, как одеваться, как себя ходить и где там. Я думаю, что лишние доказательства того, Я очень горжусь, что наше государство дало вот этому молодому человеку, Саше Алябину, квартиру, когда он решил пойти. Один из, в общем, немногих людей, молодых людей, из которых многих учился, которые получили. Ну как бы, на 5 лет дали, а потом продлевали.